На строительстве северного обхода на трассе М-11 начинается один из самых интересных этапов, а именно надвижка пролетов моста через Волгу. Ролики специальные передвигают сотни тонн металла. О том, как это происходит, вы узнаете из нашего следующего материала выпуска. Мост через Волгу – одно из самых сложных сооружений, которое предстоит возвести в рамках строительства северного обхода Твери. Сейчас активно ведутся работы по обустройству земляного полотна и дорожной одежды на 52 из 63 километров. Уложено уже 232 тысячи тонн асфальта. Соответственно, предстоит уложить еще 929 тысяч тонн асфальта. Общий тоннаж по объекту составляет 1 миллион 162 тысячи тонн асфальта. Ну а в данный момент строители приступили, наверное, к самому интересному моменту работ – надвижке пролета моста. Его протяженность составит 738 метров, вес металлоконструкции – порядка 5800 тонн, а само сооружение будет стоять на 10 опорах. Надвижка будет идти в несколько этапов и завершится к середине лета будущего года. На надвижке задействовано 45 человек персонала мостоотряда 90. По технике используется на толкающем устройстве 2 домкрата, и при раскружении пролетного строения используется 12 гидравлических домкратов. Средний темп надвижки 7-8 метров в час. С правого берега Волги уже надвинуто порядка 100 метров пролета моста общим тоннажом 1450 тонн. С другой стороны, после завершения возведения всех опор, будет идти монтаж пролетов с помощью мощных кранов грузоподъемностью 300 тонн. Всего в работах на мосту, в том числе и в возведении русловых опор, задействовано 200 человек и 40 единиц техники. Напомним, что всего северный обход вокруг Твери прокладывается в 2 этапа. Первый этап протяженностью 33,5 километра, включающий в себя 17 искусственных сооружений, планируется к запуску уже в декабре 2023 года. Второй этап протяженностью 30 километров, включающий в себя 11 искусственных сооружений, в том числе мост через реку Волгу, планируется к запуску в октябре 2024 года. Обход Твери позволит вывести транзитный транспорт за пределы города. Кроме того, дорога станет фактическим завершением работ на трассе М-11. Благодаря этой магистрали время пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.